Североказахстанская область и Департамент агентства по противодействию коррупции сформировал карту коррупционных рисков. По информации пресс-службы ведомства, в карту вошли сферы, играющие роль в улучшении благосостояния населения и ведения бизнеса. В департаменте рассчитывают, что карта позволит еще эффективнее противодействовать коррупции, принимать превентивные меры. Карта коррупционных рисков станет ориентиром для работы антикоррупционной службы в регионе. Одним из первых направлений для принятия мер по исключению коррупционных рисков являются подразделения жилищно-коммунального хозяйства, в руках которых сосредоточено управление многими значимыми для населения и развития бизнеса процессами. В частности, ремонт и содержание автодорог – вопросы, требующие системного подхода к механизмам планирования работ и контроля за ними.